Конкурс «Дети читают стихи». Галимбет Семен, 9 лет. Евгений Евтушенко. Арми. В палате выключили радио, и кто-то гладил мне вихор. В Зиминском госпитале раненый давал концерт наш детский хор. Уже начать нам знаки делали. Двумя рядами у стены стояли мальчики и девочки перед героями войны. Они родные, некрасивые, с большими впадинами глаз, и сами жалкие, не сильные, смотрели с жалостью на нас. В тылу измученные битвами, худые, заморенные, бледны, в своих пальтишках драны были мы для них героями войны. О взгляды долгие, подробные, о сострадании сестер. Но вот, вставай, страна огромная, запел наш детский хор. А вот запел хохол из Винницы, халат был в пятнах киселя, и волок сквозь клеенку выбился на черном ложе костыля. Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы, солдаты пели, словно школьники, и как солдаты пели мы. Все пели праведно и доблестно. И няня в стареньком платке, и в сапогах кирзовых докторша, забывши градусник в руке. Разрывы слышались нам дальние, и было свято и светло. Вот это все и было армия. Все это.